Уже прошло несколько месяцев с моего последнего визита в Астану. Это очень яркий город и с не менее яркими персонажами. Я люблю наблюдать, как в разных городах развивается кизомба. И в некоторые моменты я даже удивлялся, зачем меня пригласили в Астану. Ведь уровень ребят, преподавателей, учеников очень-таки достойный. Юра, скажи, пожалуйста, как, по твоему мнению, обстоят дела у нас в Астане? То есть уровень танцев именно астанчан. Ну, можно сказать, даже казахстанцев, так как у нас еще не только с Астаны, и с других городов гости приехали на твой мастер-класс. Вот, хотелось бы услышать твое мнение. Мнение мое следующее. Уровень очень хороший. Не значит, что все 100% ребят танцуют прям супер-супер круто. Есть сбалансированная тусовка, где есть, во-первых, ребята хорошего высокого уровня, которые показывают пример, которые танцуют со всеми, и с начинашками, и с новичками. Есть хорошая такая, прям внушительная прослойка среднего уровня, которые в перспективе тоже станут очень крутыми. И есть начинашки, и это очень здорово. Это значит, что есть в школах наборы, и будет следующее поколение хороших танцоров, у которых есть отличные преподаватели, есть отличный пример. Все очень круто, ребят. Я очень рад. Спасибо за мнение свое. Всем добра, всем роста, всем душевных танцев. Слушайте ритм. Танцуйте так, двигайтесь от души. У мастер-классов какой у тебя был уровень? Сколько ты танцевала? Я занималась всего 3 недели у Ислама. Это мой первый опыт занятия кизомбой. Что изменилось после мастер-классов? Какие твои впечатления? У меня появилась уверенность. Я больше стала чувствовать себя, партнера, ритм. Я начала разбираться в стилях, направлениях. И я получаю больше удовольствия от этого. Ну, мастер-класс много чего дал. Сложно было? Особенно да, вчера. Сложно было. Первое занятие особенно было сложно. Ага. Но после мастер-классов чувствуется этот прогресс. Угу. Спасибо Юре за это. А где он? Где он? Все вообще супер, холод, востоки, клевый прокат. Что тебе больше всего понравилось? Мне поражение очень понравилось. В общем, много чего интересного узнала, прям клево. Ну и всеми поддержки да, тоже клевые были. Угу. Понравилось все. Супер. Вчера сложно было, да? Нет. Или тебе легко было? Ну, мне. А мальчикам? Как мальчикам думаешь? Тяжеловато, потому что они недавно, в принципе, занимаются. Прошли мастер-классы, прошли семинары, прошли вечеринки, в общем, все прошло. И очень грустно, и очень хорошо, и очень спокойно. Наконец-то ноги смогут отдохнуть. Какие у вас впечатления? Что хорошего, что плохого? Что говорят люди? Как вам понравилось, не понравилось? Впечатления супер. Мы очень довольны, наши ученики тоже все счастливы. Особенно в последний день вообще прям отожгли по полной. Афрохаус был бешеный, суперский, заряжающий. Мы снова вот после каждого какого-то мастер-класса, любого, то есть по любым танцам, заряжаешься какой-то энергетикой, когда ты вдохновляешься, то есть что-то черпаешь новое, и хочется двигаться дальше и расти. Нам вот, буквально вот недели две назад не хватало этого, мы прям со Славом такие ходили, поникшие очень. Хотелось чего-то вот такого какого-то драйва, да? Нужна была доза. Да, доза новизны какой-то. Спасибо, что отозвался, приехал к нам, показал мастер-класс, привез Афрохаус. Ты, кстати, первый преподаватель, которого мы пригласили, ты для нас как бы первооткрыватель. И мы в роли организаторов были впервые. Мы благодарны тебе, что ты провел отдельный мастер-класс по Афрохаус. Мы получили очень много удовольствия. Ну и вообще какую-то базу по Афрохаусу. Классы. На классах было, конечно, тяжеловато, потому что разный уровень у ребят был. И найти середину было твоей задачей. И ты с этим справился. Ты нашел золотую середину и понравился ребятам и высокого уровня, и низкого уровня ребята, которые вообще некоторые
занимаются всего лишь несколько занятий. И это показывает твой профессионализм. Да. Большой плюс тебе на районе. Наше общее впечатление из 10 на 20. Потом результаты от мастер-классов сейчас я вижу. Вот уже прошло несколько месяцев, 3 месяца. Ребята до сих пор смотрят твои видео и что-то берут оттуда. То есть мастер-классы идут на пользу. Ты помог нам вместе с Алтанат понять, что такое вообще преподаватель, как это преподавать, и дал нам очень много полезных советов. Спасибо тебе. Дизон класс, а про хаос может быть немного чаще. Поэтому приглашаем абсолютно всех. Приходите со своими вторыми половинками. Будет очень много призов, подарков. Но и основные два подарка, это, конечно же, будут два ужина на двоих. Спасибо вам. Я как бы скажу кратко, я с детства мечтал танцевать. Для меня это как бы первый шаг, и я об этом жалею очень. Для меня это большой шаг, потому что Юра Гаврилов меня обучил. Хотя урбекис было сложно, но сэмбо и тарашинья мне далось очень быстро, чем урбекис. Я как бы прогресс у меня пошел сразу вперед. Надеюсь, это большой шаг в моей жизни, в танцах моих. Я очень счастлив. Это моя жизнь. Ура! Всем. Красавчик, молодец! Имея частично корни в этой стране, я знаком с душевностью и гостеприимством местных. Везет мне на атмосферные и душевные мероприятия, чего только стоят вечеринки, откуда невозможно уйти разряженным и совершенно уставшим. Здесь радость и бурлящая жизнь. Вечеринки бы не были столь крутыми, естественно, без креатива отличного диджея и мастерства ведущего. Полтретьего ночи, Тарашине, Астана. Полюбуйтесь на это. Ай, ай, ай. Вот он мастер своего дела. Кстати, время пролетело, но приятное послевкусие и воспоминания вызывают только добрую улыбку. Спасибо вам, друзья, за отличную компанию, доверие и организацию прекрасных, интересных выходных в начале этого года. Отдельное спасибо, кстати, Зук-тусовке, что любите и развиваете этот танец. Приятно было быть косвенным поводом того, что мероприятие объединило так много людей в одном месте. Все были на одном танцполе, да. Всех помню, буду рад снова видеть. Пишите, как у вас там дела. Ислам, Салтанат и все, кто в этом был замешан. До новых встреч. Не геймпойс. Хорошо.